Всемирная организация здравоохранения уже назвала распространение фейков о коронавирусе инфодемией. Социальные сети стараются блокировать ложную информацию, но справиться со всем потоком просто невозможно. Кроме фейков, касающихся непосредственно вируса, в социальных сетях было выявлено несколько недостоверных сообщений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Среди них новость о том, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах, что будут привлечены к ответственности руководители образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников. Также фейковой является информация о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления. Сотрудники полиции уверяют, эта информация фейковая. Сотрудники кузбасской полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Полицейские призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Василий Обухов, Ленинск ТВ.